Югорчане одержали победу в овертайме со счетом 4-3. Комментарии главных тренеров команд. Андрей Павлович, начнем с вас. Югру с победой. Ребята собрали всю волю в кулак. При счете 1-3 смогли сравнять. Дорогого стоит, если учитывать, что столько игр играем в три пятерки, а в спаренные игры сложнее, тем более, что проявили характер, считаю. Ну, в овертайме проиграли, ничего, одно очко для нас тоже победа фактически. Ну, все. Спасибо большое, Вадим Сергеевич. Ну, знаю Андрея Павловича, да, его стиль игры. Всегда комбинационный. Интересный хоккей показывает команды, бойцовский дух, да, три пятерки. В принципе, по игре два периода, да, множество моментов, опасных моментов. Закон хоккея, завиваешь ты. Эти периоды не сыграли как коллективно, командно. Доигрывать нужно матч, да, то есть это единственный момент, который в сегодняшней игре нас не устраивает. Ну, победа есть. Готовимся к дерби.